Дорогие друзья, у нас в гостях Евгения Микулина. Многие интерьеры в современном стиле очень похожи один на другой. Как не повторяться? Смотрите, прежде всего, главным ключом к тому, чтобы интерьер был оригинальным, является нужно ориентироваться дизайнеру не на то, что ближе всего на рынке, не на то, что там очень быстро удобно найти, не на то, что объявлено цветом года, потому что это все ерунда. Главное дизайнеру ориентироваться на того человека, для которого он проектирует, собственно говоря, пространство. У любого человека, даже с самыми минималистическими вкусами, все равно есть предпочтения. Любимый цвет, любимое вино, любимая собака. И когда ты реагируешь на эти вещи и отталкиваешься от них, то даже при относительно стандартной планировке все равно интерьер получается чуточку другим, и это база, да? Если говорить о строго декораторских приемах, то, конечно же, два сменяемых и очень важных фактора – это текстиль, который достаточно легко меняется по настроению, и искусство, современное или классическое, любое, да? Представьте себе в совершенно современном интерьере внезапно классической манеры живопись, и уже это совершенно нестандартный интерьер.